Ребят, всем привет! Привет! Сейчас мы находимся рядом с магазином Миницо, и мы сегодня хотим сделать обзор данного магазина. И еще у нас хорошая новость. Мы сегодня хотим сделать конкурс. Новогодний конкурс. Для участия в конкурсе необходимо выполнить следующие условия. Первое – это подписаться на канал. И, внимание, информация о подписках должна быть открыта. Да. Для этого в настройках аккаунта во вкладке «Конфиденциальность» уберите галочку в пункте «Не показывать информацию о моих подписках». Потому что если вы не выполните данное условие, то мы не сможем увидеть вашу подписку. Да, и вы не будете сможем... не участвовать в этом конкурсе. Да, и вы не сможете принять участие в конкурсе. Да-да. Дальше. Второе. Поставить лайк этому видео. Третье. Поделиться этим видео ВКонтакте. Сделать репост на свою страницу об этом видео. Дальше. Далее, написать комментарий под этим видео. Например, участвую в конкурсе или хочу подарок. И оставить ссылку на ваш профиль ВКонтакте, где вы поделились этим видео. В комментариях напишите «хочу приз» и оставьте ссылку на ваш профиль ВКонтакте, чтобы мы могли посмотреть репост на вашей странице этого видео. Если вы все это сделаете правильно, то вы участвуете в конкурсе. И у нас будет 3 приза. Первое, второе, третье место. Об этом чуть позже мы сделаем обзор этого магазина. И будет 10 утешительных призов. Открытки от нас, подписанные саморучно. И мы попросим, наверное, подписать наших детей. И 4 числа, 4 января 2018 года мы разыграем это все дело в прямом эфире. Так что, ребята, участвуйте. Сейчас мы сделаем обзор этого магазина. Если вы находитесь в Китае, если вы находитесь в Гуанчжоу или, допустим, Шэньчжэне, это то место, где можно приобрести недорого сувениры домой. Очень хорошая продукция. Качественная. Качественная. Да. Колонки, проводочки, различные всякие игрушки. В общем, очень хорошая, недорогая, качественная продукция. Пойдемте посмотрим. Вот так выглядит этот бренд. Это сеть магазинов японского бренда. Ребят, здесь на входе, смотрите, продукция для женщин, помады, косметика. И цены смотрятся таким образом. То есть берем продукцию, переворачиваем. Здесь такой вот ярлычок, да, наклейка. И здесь написано, смотрите, цена. 49,90, да. Вот, допустим, помада. 19, помада, допустим. 19,90. 19, да. Я считаю, что это очень шикарно. Ну ладно. В общем, вот этот блок, он именно идет все для красоты. Помазушки всякие, в общем, все для красоты. Можно также попробовать продукцию. Духи, допустим, вот, ну, смотрите. Здесь, да, на все, тестеры, да, есть. Да, и да, помада, да, да, и да, румяна. Духи 25 юаней. Блин, ребят, это круто. Также здесь есть вода. Можно купить воду. Здесь пауэрбанки. Пауэрбанки, допустим, смотрите, ребята, 10 тысяч миллиампер часов. Берем по максимуму, да. И он будет стоить 89 юаней. Я думаю, что это недорого. Здесь также можно попробовать эту продукцию. Потрогать, ощутить ее на ощупь и так далее. Здесь, кстати, шкала показывает, насколько он разряжен. Сколько там стоит? 89 юань. Этот вот 99. 99. Ну, это у них сейчас новинка. Они начали делать все под защитную такую тему. Кстати, интересная штучка. А это вот, Powerbank, на 10 тысяч миллиампер часов. Этот на 20 тысяч стоит 149,90. И, собственно, мы приблизились к первому призу. Да. Правильно? Мы, ребят, хотим разыграть самую крутую колонку, какая здесь только есть. Вот такую колонищу мы разыграем на первое место. Угу. Вот. Окей. Берем ее. Колонка крутая. Небольшой обзор. Bluetooth. В ней встроена батарея в ней. Не знаю, сколько миллиампер часов, надо смотреть характеристики. В общем, долго играет, качественно, очень громко. У нас что-то похожее, только чуть поменьше. 200, да? Угу. Крутая колонка, ребята. Так, и, ребята, мы подошли ко второму призу. Это будет второе место. Кай, давай, выбирай. Как тебе вот такой синий цвет? Ты знаешь, мне кажется, вот это прикольно будет. Защита? Более нейтральный цвет подойдет девушке, парню. Okay. Мне кажется, самое нормальное. 79,90. 79,90 цена его. Второй приз. Второй приз. Здесь всякие снеки. Из этого всего мы что пробовали, Кать? Мы много что пробовали. Орешки, я помню, мы пробовали. Вот эти орешки, орешки очень вкусные. Ну, водоросли, естественно. Орешки стоят 29,90. Это виноград.
клубника и зеленый виноград. Цена. Не вижу цену. Цена 10 юаней. 10 юаней, да. Вот на эти снеки все 10 юаней. Рекомендую. Вот, ребята, это вот мы как раз о том месте, где можно с собой в Россию, либо еще куда просто прийти и купить недорого подарочки, сувениры своим родственникам, друзьям. Замечательная игрушка. Милый, да? Но это, кажется, с китайского какого-то мультика, да? Персонаж, да, так сказать, герой. Медведей. А также, ребята, вот наушники. Очень хорошего качества наушники. Я купил наушники, сейчас я их не вижу здесь. И до сих пор пользуюсь. Я монтирую на них видео. Шикарный звук. Допустим, смотрите, вот закос под iPhone получается, да? Мини-со написано. Цена 19,90. Угу. Вот, в таком боксике прикольном. Вот, допустим, смотрите, более, так сказать, уже побольше упаковка. 15. Подешевле даже еще идет. Ну и, допустим, что-нибудь. А вот есть, реально, допустим, интересное. С кейсом. Да, вот с кейсом, допустим, смотри. 29. 29 юаней. Согласись, что это дешево, да? Это очень дешево. И причем здесь можно все эти наушники попробовать, посмотреть. Ну да. Послушать звучание. Да, да, да. Если вам нравится, то... приобрести. Допустим, вот провод. 10 юаней стоит. Длина провода 1 метр. Здесь разные по длине и, соответственно, разная цена. Вот чем интересен еще данный магазин, что у них не просто, допустим, провода, а еще различные вот всякие такие вот, какие-то стилизованные, какие-то, не знаю. Вот 15 юаней стоит. А, что это? Это провод для зарядки, да? Как, не знаю, в общем. Стилизация идет под розовую пантеру. И медведи. Так, цена 10 юаней. 10 юаней. Розовая пантера, смотрите. Цена 15 юаней. Так, различные сумочки, косметички. Кошелечки. Кошелечки, посмотрите, ребята. Брелочки. Шикарно, смотрите. Можно вот такую вот красоту купить себе на ключи, повешать, не знаю. Цена. Чаще всего китайцы покупают это на сумки вешают. Угу. Всякого такое. Это из силикона. Цена 10 юаней. Вот такие рюкзачки можно взять. Цена 49,90, да. И, Кать, мы плавно переместились к третьему призу. Правильно? Да, вот такую мы лампу присмотрели, правильно? Да. Светодиодная лампа настольная. Она на прищепке. Так. Нет? Нет. Цена 49,90. Так, ребята, и вот он наш третий приз. Мы выбрали 49,90. Черного цвета. Да, выбрали черного цвета, потому что белая, как там, коробка, что-то не очень нам понравилось. Катюша, я тебя загрузил. Держи. И здесь, смотрите, часы еще такие интересные, мини-сошные. Смотрите, вон, мини-со. Цена 49,90. Шикарно смотрится. Также можно их попробовать на руку одеть. Угу. Давай, примерь. Да, можно померить. Шикарно. Смотрите. Блокноты различные, не знаю. Допустим, вот куча цветной бумаги. 10 юаней всего. Смотрите, какая пачка здоровая. А это нет, это блокнот с цветными страничками. Цветными страничками, да. Фломастеры, маркеры, ручки. Попробовать можно нарисовать. Цена 10. О, сиси. Видите, какие еще работники здесь очень внимательные. Слав, смотри, как ты думаешь, что это такое? Это восковые мелки. Ты знал. Да, я знал. 20 юаней почти. 20 юаней. Смотрите, какой большой набор. 12 огромных восковых мелков. Так, 10 юаней за 3 ручки. Вот такая пантерочка стоит, смотрите. Да, 39,90. Такая пантера стоит шикарно. Длинноногая такая. Будь. Вот такой красивый мишка. Стоит здесь 19,90, да. А вот, кстати, вот эти вот герои мультиков китайских. Цена? Три медведя. 15 юаней. 15 юаней. Они всякие разные. Есть просто мордашки. Есть свинки Пеппы, ты видел? Да, смотри, готовы тоже, да? Да, новогодний подарок. А, и, кстати, можно также купить для детей игрушки, ребята. Здесь очень недорогая продукция для детей. И достаточно качественная. Вот, смотрите, радиоуправляемая машина. Это пульт, машина. Цена, как вы думаете? Барабанная дробь. 49,90.
Я считаю, что это очень неплохо. Смотри, какие собачки симпатичные. Угу. Это, кстати, по типу, как мы в Икее покупали. Да, да, цена 30. Ты думаешь, 30, да? 39,90. Вот такие тракторы, трансформеры. Трансформеры. Да, да, да. 29 юаней, ребят. Спиннер, да. Смотрите, вот это, кстати, крутой из металла спиннер. Всего 19,90 стоит. Обруч, холохуп, мяч, мат. Цена? 39,90. Обруч, холохуп. Сколько? 39,90. 39,90, окей. Вот, вот такой набор класс. Шикарный, смотрите. Полотенца, смотри, какие хорошие. Полотенца 15 юаней. В общем, очень много-много различной продукции. Вот это для массажа все. Салфетки, гели всякие. Это за уходом. Для зубов. Для зубов это все, я вижу. Всякие баночки, вот такие вот, всякие интересные какие-то вот. Дорожные разные баночки. Здесь такой вот, как штучки. Это, триммер называется или как? Да. Триммер для носа. Смотрите, сколько стоит? 29,90. Рождественские заколочки всякие. Это классно выглядит. Ободочки. Вот ободочек, наверное, 15. Да, ободок 15. И вот такая пара заколочек еще. Они тоже, наверное, 15. Да, 15. Угу. Они с колокольчиками. Прикольно. Красота. Так, есть термобелье. 49,90. И, ребята, у нас последний ряд остался. Здесь тоже что-то за уходом. Что это, Катя? Может быть, какой-нибудь воск для укладки, это да? Сухой шампунь. 15 юаней все стоит, ребята. Так, это что такое? Это компактная массажка. Массажка с зеркальцем, да? 10 юаней. Массажка. 10 юаней. Шикарно. Вот такой набор из 8 резинок. 5 юаней. Так, швейный набор. 10 юаней, ребят. Тапочки. Куча-куча разных. Зима в Гуанчжоу. Мягких. Вот 29,90 будет стоить тапочки. И обычных резиновых по 15 юаней. Носки. Допустим, носки. А, две пары 15 юаней. Можно попробовать запах. О, как пахнет хорошо. Вот этот, кстати, очень хороший запах. Ну, тут маленько рисковато. Да. Ну-ка, вот этот. Мне этот не понравился. Ой, этот вообще какой-то. Какой-то прям. Вот этот вкусно пахнет. Вот этот самый клевый. Тоже для автомобиля. 19,90. В общем, это ароматизаторы разные. Бутылка для воды. Очень много. И вот с этими мишками у них сейчас, вот я говорю, у них в тренде. Тарелочки, контейнеры. О, какая тяжелая, хорошая, добротная. Стеклянная. Керамик, да, керамик, смотрите. Угу. Так, цена 15 юаней, ребята. Вот этот магазин вам прям рекомендуем, если будете здесь. Цены вам показали, продукцию показали. Скажем так, не все супер дешево, как можно купить, допустим, на Таобао или где-то на рынке, на каком-то, на оптовом. Но здесь достаточно хорошее качество. Поэтому можно, ну, не стыдно будет купить какую-то вещь здесь. Все, ребята, мы идем с вашими подарочками на кассу. Ну все, ребята, на этом мы закончим. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Участвуйте в конкурсе. Пусть удача улыбнется вам. Увидимся 4 января в 17:00 по московскому времени. В прямом эфире мы разыграем эти призы. Все, всем пока, ребята. Пока.